Прекрасная новость, дорогие друзья! Знаете ли вы, чей бенефис будет проходить в Украинском театре 24 и 25 февраля? Один из самых известных одесских джентльменов – Олег Филимонов! Искрометные шутки в КВН и джентльмен-шоу сделали Олега Филимонова символом юмористической Одессы. Он автор сценариев для многих юмор-шоу на различных каналах и, конечно же, чудесный комедийный артист. Услышав о том, что Олег Филимонов собирается провести бенефис, многие именитые исполнители с удовольствием согласились ему в этом помочь. Я звонил, и люди сразу соглашались. Причем, я, честно говоря, серьезно, я не ожидал. Вот. Причем вот все. И я тогда решил, что я в законе, такой сразу приосанился. Вот. Потому что действительно это никакие не итоги, не промежуточные, не финальные, конечно же. Просто захотелось сделать такой праздник, причем праздник для наших, для одесситов, для людей, которые придут. Братья Шумахеры, Янислав Левинзон, Виктор Андриенко, Роман Карцев и многие другие известные и талантливые артисты будут выступать вместе с Олегом Филимоновым на сцене Украинского театра. И не просто выступать, а быть единым целым. Виктор Андриенко признается, очень гордится тем, что сотрудничает с самим одесским джентльменом и просит заметить, что он не в повседневном, а в сценическом костюме. Олег Николаевич меня когда приглашает, я чувствую несколько чувств. То есть не все чувства человеческие, а больше, скорее всего, чувство ответственности и чувство гордости, что я тоже, на меня упал перст Олега Николаевича. Вот и это тоже должен быть у меня. И стоять в такой когорте со всеми коллективами, которые выступают с друзьями, когда на сцене говорят «мой большой друг», это уже ответственность умножьте на 100, понимаете? В концертной программе будет много юмора, улыбок и хорошего настроения, даже степ. Всех тайн участники постановки, конечно же, не раскрывают, а предпочитают поговорить о главном герое бенефиса. Все-таки это его день. Он солнечный. Я думаю, что он солнечный, вот как и город наш Одесса солнечный. И вот Олег, мне кажется, тоже воплощение солнечного такого вот хорошего настроения, юмора, такой вот легкости. О бенефисе можно говорить много и долго, но лучше посмотреть на это вживую. К счастью для Олега Филимонова, к сожалению для зрителей, все билеты на 24 и 25 февраля уже проданы. Но это не беда. По многочисленным просьбам концертная программа пройдет в Украинском театре еще и 31 марта. Спешите купить заветный билет. Я очень серьезно и с юмором в то же самое время приглашаю всех, кто не побывал 24 и 25, прийти к нам 31 марта на бенефис, большой бенефис Олега Филимонова. Будут заявлены те же участники, которые у нас вот в афише. Жду вас всех здесь, на сцене Украинского театра. Я буду на сцене, вы будете в зале. 31 марта в 19:00.